Музыка Моцарта, она, безусловно, актуальна в любой момент. Она живая, удивительно. И Моцарт один из тех композиторов, музыку которого нельзя потрогать. Он как скользкая рыба, сразу же куда-то улетучивается. Вообще, конечно, какой-то автор абсолютно неземной. Создается периодически такое ощущение, что он всю свою жизнь порхал, не докасаясь земли. И после смерти у него такой же шлейф остается. И тем самым фигура этого композитора, она удивительно притягательна как и для музыкантов, так и для аудитории. В музыке этого композитора, как и в любой, на самом деле, другой музыке эпохи классицизма, слышно абсолютно все. И Моцарта сложнее играть, чем, скажем, может быть, и Бетховена и так далее. Это соблюдение вот этой тонкой грани. Мы все вот балансируем чуть туда, уже перебор. И здесь уже, мне кажется, дело вкуса исполнителя, как он вот может пройтись по этому тонкому канатику, ниточке, не знаю, как сказать. Удивительное количество задач внутри групп инструментов, да, скажем, там деревянные духовые, даже медные духовые, там каждую ноту нужно проговаривать, куда, как она фразируется, вот микрофразировка внутри групп, и затем как складывается общая картина и насколько это дифференцированно сделано исполнителями, настолько полная палитра будет у аудитории. Для меня, конечно же, важно соблюдение, в первую очередь, стилистических каких-то канонов. Вот. Но мы должны, мне кажется, раннюю музыку играть с позиции 21 века. Потому что у нас был огромный период, был 20 век, мегатрансформации произошли за это время. И был и джаз, и блюз, техно, хэви-метал и так далее и тому подобное. Вот. И мне кажется, что имеет место быть вкрапление каких-то вот, скажем так, современных веяний в искусстве, смотреть, вернее, сквозь призму этих современных веяний на музыку более раннюю. Неизвестно, что бы писал, скажем, Моцарт сейчас, дожив он до нашего времени, как бы он развивался, как бы развивалось его творчество. Мы этого не знаем. Вот. А наша задача куда-то толкнуть этот корабль, плот, не знаю. А уже правы мы или не правы, будут судить следующее поколение.